За накрытыми праздничными столами самые ожидаемые гости – ветераны и труженики тыла. Атмосфера праздника и бесконечной благодарности ветеранам за мир. Любимая песня – военные вальсы в исполнении молодых пар. Такими же юными многие анамчане ушли на войну. И спустя 69 лет после громкой и такой долгожданной победы 9 мая – особенный праздник. Когда самый нарядный аксессуар – георгиевская ленточка. Когда можно плакать от радости и грусти, вспоминая тех, кто уже навсегда остался в истории. В кафе «Елена» мэр Анапы Сергей Сергеев в тесном кругу – в очередной раз поздравил ветеранов и тружеников тыла с победой и поблагодарил организаторов парада и городских мероприятий за настроение и праздничную атмосферу в течение всего дня.